На конкурс дети читают стихи. Дегтярев Павел, 13 лет. Отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко «Сказка о русской игрушке». Шмыгал носом он хмуро, но явился в свой срок. Сочинил я игрушку, Ванькой-встанькой нарек. Хан прижал его пальцем и ладонью помог. Ванька-встанька прижался, Ванька-встанька прилег. Хан свой палец отдернул, но силен хоть и мал, Ванька-встанька задорно снова на ноги встал. Хан игрушку с размаха вмял в кошму сапогом, и знобея от страха заклинал шепотком. Хан сапог отодвинул, но, держась за бока, Ванька-встанька вдруг вынырнул из-под носка. Хан попятился грузно, Руси русских кляня. Да уж, эта игрушка просветлила меня. Хана страхом шатала, и велел он скорей от Руси, от шайтана, повернуть всех коней. И теперь уж отмаясь, положенный в повал, мастер у дороги лежал. Он лежал, отсыпаясь, руки белые врозь, василек между пальцев отрудившихся роз. А в пылище прогорклой так же мал да удал, с головенкою гордой Ванька-встанька стоял. Из-под скольких кибиток, из-под скольких копыт вставал неубитый, только временно сбит. Опустились туманы на луга заливных, и ушли басурманы, будто не было их. Ну а Ванька остался, как остался народ, и душа Ваньки-встаньки в каждом русском живет. Мы народ, Ваник-встаник. Нас не Бог уберег, нас давили, топтали. Столько разных сапог. Они знали, мы Ваньки. Нас хотели покласть, а о том, что мы в Станьке, забывали, платясь. И смеется не вымятый, не затоптанный в грязь мужичок хитроватый. Чуть покачи. Спасибо за внимание.